папы, дедушки, тети, дяди, уважаемые нами родители. С наступающим Новым годом! А вам, дети, также вам пожелать успехов во всем, во всех ваших начинаниях, во всех ваших желаниях, чтобы все ваши желания сбылись. Быть здоровыми в первую очередь, потому что если не будет здоровья, не будет ваших желаний. И мы решили с Алексеем Михайловичем подарить вам золотые медальки, чтобы они у вас были всегда, эти медальки, только золото. И весь ваш успех заключался только в золоте. Большое вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение нас таких грозных. Иногда бывает несправедливых, но это простительно, потому что мы уже стареем. С мозгами преподавателей становится все в порядке. Но это справедливо, и это всегда вам идет на пользу. И преподаватель всегда прав. Самые маленькие ученики, ну, я их озвучу, у нас есть такое отделение «Первая ступенька». Девочки-детки в подготовительном отделении, которые в следующем году будут поступать в первый класс. Но они уже у нас есть, и в конце года они обязательно будут играть уже. Это Катя Брана, Олеся Галушка и Дима Величко. Ну, мы их Диме передадим. Настя, отдашь Димке? И тебе тоже. На, держи. Так, кто там у нас еще? Федя? Я уже отдала. Отдали? Ага. Ушли, вот, они не дождались. Ну, дождались. Так, да, с группового фото давайте. Только ставьте так, покучнее. Иди сюда, сюда.